Немножко грустно, потому что это последний день соревнований, наш последний поток. Но так радостно, что соревнования прошли на ура. Потрясающий уровень. Все мы снова друг друга увидели, представили наших спортсменов, поболели за них, провели вместе время и наметили наши планы на будущее. Вы знаете, все уже, и все ожидали, что в следующем году тяжелая атлетика России будет праздновать 140 лет. Я объявляю этот год особенным годом тяжелой атлетики. И уже предварительно назначено и намечено время прибыло место проведения следующего самого важного, самого большого старта нашей страны по тяжелой атлетике, чемпионата, который будет проходить на Розе, который считается традиционно Санкт-Петербургом. Поэтому мы хотим сегодня на этом помосте на окончание чемпионата России в Новосибирске, чтобы Петя поднялся сюда и передал флаг следующему организатору соревнований, торжественному. Поэтому прошу Санкт-Петербург, представитель Санкт-Петербурга. Вы знаете, что провести чемпионат страны — это не только большая ответственность, но и большая честь. С этой честью достоинством пронес Александр Петян вместе со своей федерацией. И мы возлагаем все надежды и связываем с Санкт-Петербургом и передаем торжественный флаг проведения соревнований. Это честь. Объявляю на этой доске соревнования закрытым. Спасибо.